Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Трансформеры Тактическая Арена. Так, ну что, я, естественно, за кадром очень много играл. И у меня вот такой отряд, друзья. Как вы видите, у меня есть новый боец. Вот этот вот. Это Арси. Арси никогда не промахивается с ее бластером для средних и дальних дистанций. Она может эффективно уничтожать как наземные, так и воздушные юниты. Вот я ее оставил. Можно, конечно, каждого юнита здесь посмотреть, что он делает. Вот это мне нравится в этой игре, что как бы получаешь бойца, но ты не знаешь, что он делает, а тебе показывают. Причем все удары. От начальных до суперударов. Ладно, это нас пока не интересует. Давай-ка мы с тобой назад выйдем. Это все мы с тобой увидим в процессе, в поединке. Так, и что у меня доступно, друзья? Вот такие вот есть. Я вот не знаю, может быть, мне... Получил я на днях вот такую штуку. Конструкция дальнего радиуса действия, которая стреляет большими, наносящими значительный урон взрывными снарядами по наземным юнитам и строением противника. Может быть, взять вот это вот, использовать. Но вместо чего? Вместо турели, если только. Можно так попробовать. Ну что, давай рискнем. Давай рискнем поиграть. У нас с тобой новая планета. И сейчас посмотрим, к чему все это приведет. Противник найден. Это уже радует. Ну, кто там у нас? Запуск боя. Я жду. Жду с нетерпением. Ну что, начнем потихонечку. Опа. Так, а ну-ка. Давай-ка мы тоже с тобой возьмем вертолетик. Да и вот так вот. Нечего здесь и делать, это снайперши. Ты давай, завязывай. Вот так вот поставим штуку эту. Пускай бомбит. Угу. Отлично. Ах, как ему не нравится-то, а? Как ему, друзья мои, не нравится все это. Что там кряхтит, я не пойму. Пытается снайпера вызвать, да? Минус. Давай-ка я вот так, наверное, сюда поставлю турелечку, и пускай бомбит потихоньку. Каша, как говорится, не просит. Так, тихо. Он выжидает. Он что-то выжидает. Кого он там вызвал? Понял. Я тебя, братюшка, прекрасно понял. И куда это ты собрался со своей армией? А? Шипзик, скажи-ка мне на милость. Давай-ка вот так вот сделаем. Это для начала. Так, а сюда поставим дроны. Пускай уничтожает. Так, подожди-ка, она же только... Тихо. Блин, я не успел, ребят, поставить. Да чтоб ты! Че, мне подбил что-то все-таки, да? Угу. Ладно. Хмырь ты таки. Погнали. Так, секундочку, друзья, секундочку. Тут делать дополнительное время, но я думаю, что ему здесь ничего уже не светит.
Поехали. Вот и все. Естественно, Виктори. Другого и быть не могло расклада. Так, давай посмотрим, что нам здесь выпало с тобой. Сундучок откроем. Угу. Плазма лаунчер. Мы ее можем прокачать. Ракетный залп. И здесь за миссию тоже мы с тобой получаем сундук. Опять плазма лаунчер. Ага, миньон портал. Ну что, прекрасно. Ну что, дальше рванем, я думаю, да? Так, секундочку, по отряду мы можем вот это вот прокачать. Давай, наверное, обновим. Уровень 3. Угу. 90 к атаке в плюс. В принципе, бомбит она неплохо. У нее массовая такая волна. Я думаю, наверное, мы оставим. А вот снайпершу, наверное, все-таки надо заменить. Заменить вот только на кого? У нас есть огнеметчик. А вот он, это тоже свеженький, который у меня появился. Давай попробуем взять его. Посмотрим. Я его не брал, ребята, за него не играл. Но смотрю, что во многих отрядах он присутствует. Особенно он хорошо против вот этих вот мелких миньонов. Но он ватненький, если честно. Так, ну что, противник найден, запуск боя. Угу. Fight. Fight. Вот тебе и файт. Не-не-не-не-не-не. Завязывай, давай, файт. Ты серьезно? Давай вот так вот сделаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот и поджарят мне сейчас турельку. Печалька. Да хорош ты, завязывай давай. Ну что, пора и мне тогда так сделать. Давай, 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 родные мои. Что там он поставил, я не могу понять, какую-то фигню. Давай, турель, бомби. Что он акцент делает на этих летунах? Давай завязывай уже. Достал. Ну что, сейчас будем бомбашить. Минус вертолетик. Так, он ракетный залп сделал, да? Тогда поехали. Давай, родной, беги, беги быстрее. Нам нужно разносить. Огнеметчик. Ну, хоть кто-нибудь турель-то снесет. Ничего тебе не получится, парень. Совсем другое дело. Давай-ка вертолет поставим сюда, да? И миньончиков назовем. И вот так еще сделаем. Все прекрасно. Так, где у меня? Давай, родной, езжай. Конечно.
Держи карман шире. Так, огнеметчика вызовем, да, наверное, сюда? И вот так сделаем. Что там делать, не могу понять. Так, друзья, это плохо. Так, он что, меня решил тут нахрапом, что ли, пробить? Я не пойму. Угу. Ничего у тебя, парень, не получится. Все. Фух. Аж дыхание сперло, ребята. Жестокий был поединок, согласись. Но мы выиграли. Так, давай посмотрим, что нам здесь достанется с тобой. Открыть. Опять плазма лаунчер. Портал миньонов. Так, а за миссии мы получаем... О, сундучок солидный, должен быть. Так. Это, друзья мои, новая карта. Плазменная пушка. Я не знаю, что она делает, но... Бонкрашер, мы видели уже его. Хм. Отряд. А что нам тут хотят показать? Ну, что я могу прокачать этих? Этого можно прокачать, да, обновить. Ну, я не вижу в нем, ребят, никакой сути, смысла. Он, ну, как танк, да, хорош. Но его миньоны очень быстро разбирают. Очень быстро разбирают. Вот это что за пушка, мне интересно знать. Это наносящая низкий урон конструкция, которая атакует наземные юниты своими снарядами средней дальности. Да ну. Да я думаю, даже не стоит брать. В принципе, пока оставим, наверное, такой отряд. Вот единственное, что портал миньонов, да, это хорошо. Он очень... сильно выводит противников из себя. Потому что миньоны постоянно идут, и юниты постоянно на них как бы отвлекаются. Ну что, поехали дальше. У нас с тобой следующий поединок. Сейчас мы посмотрим, что нам здесь достанется, какой враг. Ну давай, давай, давай. Не раздумывай. По три часа. Ну что, нашли мы с тобой противничка. Хотелось бы знать, кто там. Кейнс Витнес. Вот так вот величать. Так, этого сразу при... Опа, опа, опа. Вот так вот. Турель, да? Плазма-пушку он взял. Хм. Че он там, удар ядерный? Ну, не ядерный, конечно, но такой неприятный. А что это он там активировал? Я что-то не понял, ребят. Что-то быстро тут как-то моих запинали ребятулек, я тебе скажу. Вообще. Что он такое делает, не пойму. Угу. Я еще здесь сделал. Что тут на меня летит? Yeah.
Допустим. Что он там делает? Давай, 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 родные мои. Не очень хороший, конечно, вариантик, но все равно, ребят. Куда ты там разогнался, плешивый? Миньонов еще целую кучу наплодил, а? Ты гляди-ка. Удары делает примитивные, понимаешь? Давай, 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 давай. Да твою налево, блин. Нафиг мне вот этих-то двух? Скажи мне. Что, издевается, что ли, не могу понять. Есть, мы выиграли. Отлично, шикарно, изумительно. Забираем с тобой наградочку. Сразу этот сундучок на открытие идет. Фиолетовый. Так, плазм-лаунчер можем прокачать. Браун. Так, ротошторм. Кстати, ротошторм надо... Ох ты! Мунрейсер. Хм. Это новая карта, ребята, и это какой-то снайпер, судя по всему. Ну-ка, дай-ка я гляну. Во-первых, мы прокачаем наших ребят. Повышение уровня. Обязательно. Так, великолепно. Плазме тоже получим. Левел-ап сделаем, да? Быстро она у нас прокачалась, конечно, эта пушка. Уже четвертый уровень имеет. И самое интересное, кто вот это? Мунрейзер. Лучший снайпер во вселенной. Ее невероятная большая дальность позволяет ей стрелять во всех вражеских юнитов издалека, эффективно уничтожая большие группы врагов и башни с помощью атак, наносящих урон при разлете осколков боеприпасов. Слушай, я, ребят, наверное, ее возьму. Пока не знаю вместо кого, но я думаю, что она нам пригодится и сыграет обалденную... Так, вот вместо кого? Вместо... Я, наверное, вместо плазмы лаунчера взять лишь. Давай вместо вот этой заменим. Ну, не пойдет, не зайдет, так поменяем обратно. Все? Вроде бы как все. Ну что? Ищем поединок? Поиск противника. Давай, родные мои. Снайперша — это хорошо. Посмотрим, насколько она далеко бомбит и насколько у нее хороший урон. Ну что же, противник уже найден. Что не может не радовать? Окей. Давай смотреть. Так, ну давай я попробую снайпера взять. Угу. Тут он вертолетик взял, да? Допустим. Смотри, как она бомбит. Издалека, даже не успевает ничего сделать. Два снайпера сейчас там расфига. Они сейчас просто расстреляют ему башню. Прикинь. Не думал я, что он настолько крут. Снайперишка-то. А, это медик у него там стоял. Вот оно что. Ну куда ты, гаденыш, побежал-то, а?
Ай-яй-яй-яй-яй. Да, конечно. Так, снайпера вставляем. Ты такой-то вообще не могу понять. Давай-ка вертолетик с тобой вызовем на подмогу. Блин, у меня первого уровня, а у него четвертого уровня. Вот в чем беда-то, ребят. Вот оно в чем проблема-то. У него, смотри, вертолет пятого уровня, у меня второго. Так тут понятное дело, почему я проигрываю. У него офигеть, ты посмотри, пятого уровня этого, пятого того. Тут вообще шансов нету выиграть. Вообще трэш. Вот такие вот пидорожки. Нормально? Понятное дело, что никак не получится, ребят, победить. Это дисбаланс, самый настоящий, по-другому не назвать. Мой отряд, извини меня, первого, второго уровня войны, а он пятого, четвертого высылает. Игра, ты хоть ищи мне противников-то по уровню, а не каких-то там имбовых, давай, блин. Нормально. У него юнит убивает моих двух. Мне нужно, блин, двумя отрядами, чтобы завалить его одного. Конечно, тут ничего путевого не выйдет. Поехали. Фрэнки Хорнет какой-то у нас здесь. Что за Фрэнки Хорнет? Файт, вот тебе файт. Кто он там взял-то? Смотри, опять, ребята, четвертого уровня. Да какого же лешего-то, блин? Я не понимаю. Сфига ли, блин, четвертого уровня-то? Угу, вертолетик мой расфигачил, понятное дело. Ну давай, снайперок. Строчи там по базе его. Может, еще одного снайпера вызвать, а? Какой там Кибертрон, блин. Давай так вот сделай. Ну и что, он думает, что он пройдет, что ли, не могу понять. Наивный ты. Да ё-моё, вертолетик, блин, слишком долго ты появлялся. Этот Сайбертрон, блин. Давай еще снайперша позовем. Так вот он решил, да? Группа летающих должна его победить. И летит на всех парах, смотри. А если вот так вот типа ставим, а? Готов? Конечно, готов. Снайпер. Ай-яй-яй. Ну куда ты? Куда ты, блин, разогнался? Так,
такой деловой. Думает, я ему так просто все это дам. Нет, как мне, давай без этого. Все, побомбил и хватит. Снайпер, давай, делай, делай. Три снайпера, это, конечно, имба. В мясо. По-другому тут не скажешь. Ну что, сундук забираем с тобой. Открываем. Ага. Огнеметчик. Миньоны. Вот миньоны вот эти мелкие, это, конечно, хорошо, ребят. Это вообще имба. Почему? Любого танка возьмут за шкварник и уничтожат. Просто даже этого прайма просто обволакивает. Хоть у него и есть этот удар топором, но все равно миньон успевает с ним справиться. Ну что, посмотрим, кто сейчас будет. Кто же сейчас будет у нас? Я сразу начну со снайпера, ребят. Потому что у снайпера, ну ты сам видел прекрасно. Ага. Миньончики, да, значит? Ё-просто. Что-то сейчас будет, ребята, жесткое, лютое. Давай, давай, выносим вертолет, есть. Молодцы, красавчики. Башню, 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 башню выносим. Молодцы, чаги. Просто красавцы. Так, что он... А, он поставил портал. Ох ты! Ты глянь, что у него есть. Я не знаю, ребят, как с этим бороться. Я в первый раз вижу этого. А что они... А, ну все, все, нормально, нормально. Да чтоб тебя, ну серьезно, что ли? Снайпер, давай, вырубай. Поехали. Этих-то он разнесет, снайпер разнесет их. Они даже не подойдут. А я, наверное, вот отсюда начну штурмовать их. Что-то какая-то фигня получается, ребят. Что, погнали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это была моя, ребята. Не подпускаем. Да как с ним бороться-то, блин? Ты посмотри, что твори. Ты заколебал, а? Решил меня просто одолеть, что ли, не пойму. Так, все равно выиграем, да? Да, выиграем. Потому что мы ему снесли башню, а он у меня не снес. Да, этот динозавр или как его там, который идет, вообще просто какой-то топовый, имбовый, он ничего не берет. Разбираем еле-еле. Так, ящики с припасами, конечно же, открываем. Смотрим, что он здесь достается. Лазерная турель, ну это самая первая, да? Ух ты. Это портал пехотинцев. Так, Soundwave. Soundwave — это звуковая волна. Так, получаем с тобой сундук за миссией. Опа. Это кто еще такой?
Санстрейкер. Ху-ху. Ну, я видел, что он, по-моему, с какой-то... автобот эта фигня. Опачки, друзья мои. Только что мы видели с вами вот этого динозавра. Это Гримлок. Обалдеть. За один раунд я получил две новые карты. Хм. Я могу прокачать моего огнеметчика. Солидно. Так, вот теперь меня вот руки чешутся, ребят, попробовать новых юнитов. Кто ты такой? Что ты делаешь? С дистанционной атака Санстрейкера наносит урон по площади, что делает его очень эффективным против больших групп вражеских юнитов. Опачки. То есть, ребята, он наносит урон, особенно вот этим, если мелкие будут, да? Вот не знаю, здесь брать его. Он первого уровня. И вместо кого если взять? Блин, я прям даже не знаю. И стоит он дороговато. 5 энергии. Слушай, давай пока не будем брать. А Гримлок? Что у нас там за Гримлок такой? Где он? Вот он. Гримлок стреляет огненными стрелами, которые наносят урон. Урон территории, могут быстро уничтожить роем вражеских юнитов. Уничтожить роем вражеских юнитов. Не пойму, что-то какой-то перевод немножко кремкий. Но он дорого стоит, 6 энергии. Ребят, я, наверное, пока воздержусь тоже от него. Давай попробуем еще своим отрядиком. Я знаю, что топ у нас пока в данный момент это снайперши. Но единственный недостаток, что в ближнем бою они... То есть, если к ним кто-то подойдет слишком близко, все, они тут же сдуваются. Поэтому, как бы, в наших интересах не допускать этого. Ой-ой-ой-ой-ой, что делаем? А вот так вот мы, наверное, делаем с тобой. И снайпера. Ты гляди-ка, что вытворяет, а? Поехали! А что? Что? Вот я не помню, что он вот такое делает, ребята. Какую-то то ли энергию, то ли еще что-то. Ну, тут ему... Я еще сейчас вот так вот сделаю, да-да. Вот это вот. Опа! Как тебе такой раскладец, парень, а? Как тебе такой... Ну куда ты? Ну куда ты на своей параше поехал? Сейчас мы тебя уничтожим тут. Опа, и все, видишь? Видишь, в чем суть миньонов? Давай, снайпер, да куда ж ты стреляешь? А, вот, прикрывает, молодец, красава. Блин, все-таки ужалили, ужалили. Ребята, вот это я понимаю, вот поиграли. Два снайпера, все, башня крышка. Вот это да. Слушай, я не ожидал, что снайперша такая имбовая девчуля. Прям не могу нарадоваться. Так, ну что, давай открываем. И что нам выпадает? Санстрейкер, да? Так, и дроны вот эти вот. Опа! Нейтронная бомба. Нейтронная бомба. Блин, этот получает еще уровень. Второй. Прикинь. Блин, почему он так дорого стоит, а? Конечно, хочется его поюзать, но он дорого стоит. Этот тоже получает у меня второй уровень. Хочу получить четвертый левел. Так, этих тоже обновим. А эти получают третий левел. Мне совсем немножко остается. 17 очков, ребята, мы с вами получаем следующий уровень. Но пока никого. Так, это кто дальше у нас там будет? Показывает. Ну что, еще поединочек на дорожку, как говорится. Погнали. Сыграем еще один поединочек и будем закругляться. Давай, ищи мне противничка.
Ну. Нашли. Обнаружили. Ну где я там? Чё там? Леонтидас против нас. Леонтидас против нас, нормально. Вот тебе и файт. Так, что он там, медиком вместе с... Ах ты жулик, у него тоже медик, оказывается, есть, прикинь. Давай-ка завязывай с этим баловством. Хорошо мы его тут, да? Так, дай-ка я, наверное, вот так сделаю. Пускай там хвала небесам. Что хочет там делает. Так, давай, снайпер, бомби. Давай разбирайся с этими хламонами-то. Господи, что ты там чудишь-то? Отлично, отлично, отлично. Закусываем. Ты нифига, ты жук. Ну, гнида, а. Не понял. Сфигали. Снайпер, выходи. Угу. Что будем делать? Мегатрона вызывать или что? Он 100% готовится. Готовится поставить какую-нибудь башню. Бэмс, не успел. А кто не успел, тот опоздал. Прекрасно. Ну, снес, да, снес. Тут не поспоришь. Ну что, выжидаем время? Или что делаем? Ты такой деловой. Блин, он не снес башню, прикинь. Сейчас будем бомбить. И уверен, причем в своей безнаказанности, прикинь. Кто? Мы? Мы. Фу. Отлично поиграли сегодня, ребят. Столько побед подряд у меня даже за кадром не получалось сделать. Как на видосике. Так, дрончики. Плазма пушка. Понятно. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!